специальная компрессорная, воздух качает, вот как раз туда в тормозную магистраль его вставляет, и он откачивает весь состав. И в частности, благодаря этому под нужным давлением находится элемент прямо подвески. В том числе. Ну и также двери можно проверить, много-много. Понятен смысл, да? А вы пробовали когда-нибудь оставлять на земле велосипед, стоящий на паях, да? Нормальные люди с ногами переворачивать. Так, вот здесь повнимательнее.